кричать хочется часто. Часто хочется кричать, и с годами все больше и больше. Но надо уметь себя контролировать. Я иногда стараюсь молчать лучше, как бы не говорить, учитывая то, что я очень часто говорил там, где не надо говорить. И за это я всегда получал по башке. И из-за этого я просто, когда ты уже растешь, у тебя уже, ну, мне уже 32, я как бы тоже не совсем ребенок. Я понимаю, что иногда нужно просто промолчать. Потому что если даже я от меня независимо просто выскажу свое мнение, и это мнение не подействует ни на что, к сожалению. Как в песне «Крикну, а в ответ тишина». Не просто так спета Алла Борисовна. Вот так.